Города Свердловской области станут ближе друг к другу. Главы 14 муниципалитетов, в том числе и Первоуральска, договорились о развитии Екатеринбургской агломерации. Как поясняют власти, это поможет не только в решении общих проблем, но и привлечет к развитию городов крупный бизнес. Доверие появляется в рамках реализации совместных проектов. И мы сегодня будем говорить о крупных транспортных терминалах, потому что без сотрудничества с бизнесом, без сотрудничества с крупными компаниями, которые работают на территории наших городов, экономические проекты не полетят. Муниципалитеты объединят свои усилия для реализации совместных инфраструктурных проектов и строительства жилья. Также города будут совместно заниматься модернизацией инженерных сетей, промышленных и коммунальных объектов. Но прежде всего города-спутники Екатеринбурга займутся развитием транспортной инфраструктуры. Так, на территории агломерации планируется построить 10 крупных логистических центров. Их создание увеличит объем железнодорожных грузоперевозок и уменьшит нагрузку на автомобильные трассы. Подписание этого соглашения. На наш взгляд, это соглашение может дать вам новые возможности для развития территориального вашего муниципального образования, для формирования новых взаимоотношений. Я бы даже сказал, для перехода от неразумной зависти и конкуренции к плодотворному сотрудничеству и получению дополнительных.